Сегодня 15 января 2019 года, 6:30 утра. Во второй половине дня у меня в планах посетить смотровые площадки номер 2 и 3, прямо над Нонг-Кьяв. А пока что я наблюдаю за тем, как здесь проходит кормление монахов. Здесь это еще не поставлено на туристический поток, но в скором времени это и здесь произойдет. И вот 2:30 дня, и мы вместе с Ми и Ну, вот они, кстати, Ми слева, Ну справа, идем покорять смотровые площадки номер 2 и 3. Цена билета здесь для туристов 15 тысяч кип, для местных всего 5. По сравнению с дорогой на площадку номер 1, это намного проще, но при этом и не так красиво, как предыдущие. Но все равно на релакс не рассчитывайте, попотеть вам все же придется. Поднимаясь к смотровым площадкам номер 2 и 3, нужно быть осторожным в плане того, что под ногами почти везде только камни. И это намного опаснее того, что под ногами просто грунт. По ходу движения есть небольшие указатели. Местами для комфортного подъема установлены поручни. Вначале было принято решение подняться на смотровую площадку 3, которая находится на пике горы, и лишь потом спуститься на смотровую площадочку номер 2. По пути к смотровой площадке номер 3 вы обязательно повстречаете этого исполина. Местами установлено подобие ступеней. Подъем на смотровую площадку номер 3 неспешным шагом занимает приблизительно 1,5 часа. А вот в этом месте находится пещера. Правда, она закрыта, так как
ней можно добраться только вертикально. Если очень голодны, можете попробовать это. Ну а если хотите курить, то эти грибочки в самый раз. Вот наконец-то последние метры пути. Мы почти на месте. Вот финишные 5 метров. С этой смотровой площадки вы сможете увидеть. Хоть Лаос и коммунистическая страна, но все же здесь, в отличие от Советского Союза, знают, что такое любовь и что с ней делать. А это городок Нонг Кьяв. На смотровой площадке номер 3 есть две маленькие зоны, откуда можно наблюдать за окружающим миром. Ну а если у вас есть желание, то можете и поэкстремальничать. Благо, здешние горы этому способствуют. Ми и Ну – типичные девчонки из современного мира, но очень любят делать селфи.
а это смотровая площадка номер 2, куда нам нужно будет спуститься. С красивым закатом в этот день не повезло, было очень и очень пасмурно. И вот настало время двигаться к смотровой площадке номер 2, которая находится ниже относительно площадки номер 3. Вот именно эта табличка указывает, куда нужно идти к смотровой площадке номер 2. Время пути около 15-20 минут, не больше. Но будьте осторожны, дорога к смотровой площадке номер 2 очень и очень коварна. Увидев эту табличку, лучше не приближаться, за ней просто обрыв. Хорошо, хоть в некоторых местах здесь стоят подобие лестниц. А вот и финишные метры. Видите, показалась смотровая площадка номер 2. Ну вот, теперь можете любоваться красотами, которые открываются с смотровой площадки номер 2. Для экстремалов здесь также предусмотрена особая площадочка. И сейчас я вам покажу, что с нее вы сможете увидеть. А можете, как и я, просто посидеть на краю этой скалы. От дождя можете здесь укрыться вот под таким сооружением.
предстоит спуск вниз и стоит подкрепиться. Свой спуск мы начали в 5:30 вечера и было довольно светло в начале пути. Но оказывается, в джунглях в это время уже ночь, так что не затягивайте со спуском. What is it? Как видите, за пределами джунглей еще довольно светло. Знакомые цветы, не так ли? Yes. Yeah, yeah, yeah. И вот еще несколько метров, и мы снова вернемся в день. На спуск с площадки номер 2 ушло 30 минут. Вот какие они коварные, эти джунгли. А вот вам и карта, чтобы не заблудились. А вот на следующий день природа принесла разочарование. Весь день шел дождь разной интенсивности. Мне удалось только сбегать на автостанции и узнать, когда отходят автобусы в Луанг-Прабанг. Кстати, вот так вот выглядит автостанция города Нонг-Кьяв.
Первый автобус отходит в 9 утра, последний в 13:30. Цена 40 или 50 тысяч кип, в зависимости от автостанции, на которую вы приедете. Но даже в дождливое время горы бесподобны. Вот и первая волна небольшого дождя. Спустя некоторое время пришел дождь посерьезнее. И вот во второй половине дня пришел действительно настоящий тропический ливень. Дождь такой, что горы просто вскрыли. Текут реки. Вам что-то видно? Нет. Стало довольно-таки холодно. Видите, насколько сильный ветер? Он просто сдувает дождь с крыш домов. Дороги вскоре стали как река Меконг.